окном пол. Уже который день, а я пишу свои строки, мне не лень. Кладу мысли в заметки, только ночь. Они разрываются в уме, одни лишь клочья. Выхожу из дома посмотреть ввысь, и так и хочется упасть с камня вниз. Ты только держись, я с тобою рядом. Я буду рядом, хоть даже в снегопаду. Но пока этот бит играет на рэпите, я буду дальше идти, вы меня простите. Не любите меня, это ваше дело. Я буду дальше писать, и этому не предел. А я остаюсь таким же, как и раньше. В этом слове нет ни капли фальши. Просто изнутри подсказывает: Идти дальше. Просто идти дальше. На районе бабули, дедули сидят. Я возвращаюсь домой, что они твердят? На местности ребята все о чем-то говорят. А я не в курсе. Куда же все уходят? На районе бабули, дедули сидят. Я возвращаюсь домой, что они твердят? На местности ребята все о чем-то говорят. А я не в курсе. Куда же все уходят? Вчера суббота, сегодня воскресенье. Завтра понедельник, завтра же веселье. Мы устали-ка на хате, тусили 3 дня. Там была Анюта, Демка и наши друзья. А у Тиграна, у бати машина мутная. Мы сидели в ней как-то, она крутая. Вроде Фиат, скоро тигра будут на ней гонять. Всех наших ребят соберем и хайда летать. А я на студии 3-4-0. Пишу новый трекан, альбом под свой битос. Батя говорил мне как-то, типа наплевать. И сказал, я буду писать, так сказать. Ведь я живу у бабушки, у дедушки на хате. Хожу отсюда в школу вместе с Сашей. Вот такие дела, обычные ребята. Мы сами по себе, мы как опята. На районе бабули, дедули сидят. Я возвращаюсь домой, что они твердят? На местности ребята все о чем-то говорят. А я не в курсе. Куда же все уходят? На районе бабули, дедули сидят. Я возвращаюсь домой, что они твердят? На местности ребята все о чем-то говорят. А я не в курсе. Куда же все уходят?